Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, мы продолжаем с вами прохождение Cyberpunk 2077 спустя 2 года. И как бы, ну, спустя 2 года, как он, естественно, вышел, не то, что перерыв между записями был 2 года. Ссылочка на плейлист по прохождению данной игры в описании под видео, ссылочка на плейлист по играм жанра, наверное, RPG, тоже будет в описании. И один гигантский плейлист, где все игры, которые я проходил, прохожу и буду проходить, также в описании под видео. А мы стартуем. Так, приятного аппетита, если кушаете, и новогоднего вам настроения, так как скоро Новый год. Что у нас сейчас тут, собственно, будет происходить? По графону все нормально, высокий стоит 30-80, должно быть все хорошо. А, нажать, наверное, надо, да? Или не надо? Само. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Ага. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Что у тебя глаза красные? Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Это когда, видимо, собственно, разговаривают. Джеки, Бак, ты все-таки наша поддержка. Нужна поддержка? Звони по телефону доверия. Какое ЧСВ высокое? No fire? Типа не стрелять? Многообещающе. Бля, Джеки, ты вообще отбитый перец. Чисто, чисто такой, знаешь, пригнулся, слегка сгорбился, там синдром широкой спины. Две эти штуки и пошел по коридору. Цель должна быть там, но я не вижу ее биомона. Хоть бы она была жива. Это ты? Ненавижу играть в спасателей. Уходите. Не тормозите. Спать. Уходи. Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту. Музон конкретный. Кстати, по поводу музона. Я вроде бы поставил эту штуку. Отключение лицензионной музыки. Все стоит. Должно быть нормально. Блин, слушай, ну ты прям на скрин просишься, парень. Ты прям... Слушай, Джеки, ты можешь постоять, не двигаться, я тебя прошу? Джеки, просто постой, не двигайся. Джеки, спасибо. Спасибо. А как повернуть-то? Как повернуть-то? А как это работает? Даже сделать снимок, показать, скрыть интерфейс. И... Ой, блядь, как сложно. Готовые композиции, дрон, угол обзора, поворот. А я хочу, если его... На превьюшечку, на скринчик. Подожди, тут вроде как-то можно было ковырнуться. Интерфейс. Вот, точно, слушай, вообще кайф. Но, блин, лучше бы, конечно, это все дело делать как-то вне записи. Но, блин, ну давай сделаем разочек. Так, уйди. Ты все портишь. Подсказка, уйди. Подсказка, свали. Да, ё-моё. Да сейчас я тебя на превьюху соберу, подожди, Джеки, ты просто так смотришься кайфово, ты даже не представляешь, ты просто чисто позируешь здесь. Блин, не получится походу, обидно. Да сейчас я открою, подожди, как бы мне тебя так поймать-то, а? Как мне его поймать-то? Глубина резкости, поза, эффект, выбрать настройку, изменить значение. О! Ё-моё, все оказалось проще. Скрыть интерфейс где? Бля, все. Это все. Это просто шик. Это просто шик. Как выйти? Я хочу еще раз. Ребята, извините, но это надо. Это для превьюшки. Превьюшечка очень важна. Очень важна превьюшечка. Очень важна превьюшечка. Изменить значение. Так. Ой, какой. Какой мужчина. Ты посмотри. Накачанный. Большой. В цепах. Весь разрисованный. Ну, красавец. Ну, красавец же. Звучит, наверное, просто стрёмно, ну да ладно. Так, мы отсюда выходим и... Извините, друзья. Теперь я хотя бы буду знать, как делать скрины. Это хорошо. Так, врубаем все это дело. Врубаем все это дело и больше туда его не трогаем. Чисто через фоторежим будем развлекаться. Так, чтобы начать быстрый взлом, посмотрите на... Не тормози, Мана. Не торможу. Как выбрать? На F. Не высовывайся. Стараюсь. Мы что, опоздали? Ви, глянь, это она? Наша цель? Слишком дешевый имплант. У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет 2-го уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой зататеховские подделки с черного рынка. Такие в любой капец подворотне ставят. Это не она. Капец. Ищем дальше. Капец. Макрух такая знатная. Джеки, ты что со мной делаешь? Ты еще раз хочешь на превьюху, Джеки? Джеки, ну ты что творишь со мной, а?
Джеки, Джеки, перестань. Джеки, не дразни меня. Джеки, хватит. Нет, тут плохое освещение. Ви. Открываю. Ви, не спать. Тут еще пендахос. Кто? Бери его по-тихому. По-тихому? А, стелс точно. В этой игре есть стелс. Вы... Не торопись, Ви. Враги смотрят. Схватить. И варианты обезвредить, спрятать их. Все, в отключку. Пошел! Первый пошел. Что здесь? Сам бы лучше не сделал. Слушай, наверное, возьмем, но может потом продать можно будет. Сейчас я смотрю здесь чисто, Джеки, ты подожди. Господи, что тут подвешено? Ох ты, блядь, там человек подвешен. Мясники какие-то вроде. Внимание, новые тела на подходе. Они уже близко. Мясники и бучи. О, во-во-во. К нам идут. Выжди момент и убери их. Ну, хорошо. Наручники. Такой хром стоит нахуя. Какой хром? Кабранос. Их тут как саранчи. Давай переждем. Музыка вообще не под стелс. Убери этого. Только тихо. Эй, возьми того, который ближе. Возьмем их. Хорошо. Спать. Да я вообще хорош. Какие-то кроссовки. С этими разобрались. Какой-то пистоль. Это явно не все. Жилька какая-то. Идем дальше. Дальше? Я за тобой, Ви. А как я пройду? Взлом протокола. Перезагрузка оптики, замыкание. Уязвимость. К огню. К электричеству. И к чему? Не понимаю, что там написано. Слушай, я смогу проскользнуть-то? А почему я его схватить не могу? Давай следуем тем путем, который указала Тибак. Она нам подсказывает. Что здесь? Это хилка вроде как, да? Осторожно, а то нас поймают. Не поймают. А? Как я этого главаря-то победю? И, бля, сейчас мокруха начнется, я тебе говорю. Ну, как ты его отвлечь? Так. Он идет туда смотреть? Ой, бля! Нет. Стой. Нет. Назад. Назад. Так, надо что-то делать. Сейчас я соображу. Там есть чем можно взаимодействовать, чтобы их тоже как-то скоординировать? Что это? Как ближе сделать? Никак? Отвлечение врагов. А, вентилятор. Все, ща мы их разорвем. Ща их по одному расковыряем. Отвлечение врагов. Давай, 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 давай. Те смотрят туда, это смотрят туда. Слушай, они не палят, они смотрят на него все равно. Иди проверяй. Иди проверяй, тому оптику вырублю. Иди проверяй, говорю, блядь. Не поймают. Я хочу по стелсу. Отвлечение врагов. Иди. Иди. Игра меня заставляет это делать. Игра меня заставляет. Ай, блин, ладно. Я мог ему оптику вырубить. Ни хрена себе. Прохождение будет веселое. Нихера. Вот это он выдал. Вот это мое почтение. Как вы себе это представляете? Схватить. Заломать. Ё-моё. Ребята.
Охренеть. Сам бы лучше не сделал. Охренеть. Друзья, мы кайфанем в киберпанке. Серий 30 точно будет. И долгие, судя по всему. Ой, к нам идут. Выжди момент. Выжду. Давайте идите туда. Бля, капец. Идите. Их тут как саранчи. Я понял. Давай переждем. Убери этого. Только тихо. Иду. Возьми того, который ближе. Иду. Хватаю. Спать. Ничего мы брать, наверное, не будем. Пушку возьмем, может, продадим. С этими разобрались. Так, а здесь только что? Ну, пушку тоже продадим. Идем дальше. Я за тобой. А вот сейчас могу схватить. Спать! Осторожно. Как у нас поймают? Не поймают. Мы неуловимые. Блин, капец. Музыка долбит нормально так. Вам, наверное, не так громко, как мне. Осколочная граната. Так, а сейчас-то он посмотрит туда или как? Да ты угораешь. Идет. Быстрее! Быстрее, твою мать! Что сейчас было? Это ничего не было! На датчиках движения нет. Вы его обнулили. Можно идти. Черт, где эта девица? Ищите, должна быть где-то там. Нахрена мне эта дура? Это этим он меня долбанул? Я ее в карман убрать не могу. Охренеть. У тебя что было? Показывай. Юнити. У тебя что было? Опа, здрасте. Берем. Боеприпасы для пистоля берем. Так тихо, мы еще никогда не разбили. Да, так тихо никогда еще ничего не было. Совсем в моем стиле, но все равно топ. Ой, Джеки, не ной. Так, свежее мясо. О, господи. Мы не забываем. Ты покойник. От Виктора. Кому? Блейзу. Пиздать. Еще раз ко мне придут твои шестерки, треснувшие челюстью, дело не ограничится. Я словами не бросаюсь. Ой, не то нажал. И это все? Ладно, выйти. А здесь? А, сообщение. Игрушки. Хороший улов, рука от Зетатеха. У нее проверка ID, но мы заказали кряк. Оптика с захватом цели от Милитеха. Не знаю, откуда она у этого нищеброда. Регулятор гормонов от Арасаки без проверки ID. Еще всякая мелочь. Оптические калибраторы, косметический релаксин. Они, получается, что? Они хватают народ? И на полном серьезе потрошат их, что ли? То есть, ну прям вот, ну, разбирают? На запчасти? Чокнутые, блин. Просто чокнутые. Что это? Поношенная куртка, мусорщиков, ячейка, модификация одежды. Это поверх будет, получается? Ой, слушай, у меня теперь кофточка есть. Пошли. Здесь что? Блять, господи боже. Бля. Пиздец, Ви. Полный. Меня сложно напугать. Я всякое повидал. Но это... Но это да, это прям что-то какая-то жопа, возможно, это превьюха. Пипец вообще, просто пипец. А как поближе сделать? Покажите, пожалуйста. А, настройку. Повернуть, отдали, приблизить камеру. Оно не работает. А плюсик? Плюсик не работает, прикинь. Не работает. Не работает? А почему не работает? Отдалить или приблизить камеру? Почему не работает? Не работает. Не работает. Не работает. Не работает. Так, камера, глубина, эффект, наклейки, загрузка сохранения. Так, камера, ты что творишь? Переместить не могу, повернуть не могу. А, это типа как я вижу. Дрон, давай дрона. Дрона давай.
Дрон тоже нельзя. Вид от первого лица. Но это обидно. Возможно, была бы прикольная превьюха. Может быть, когда-нибудь... Может, на большом качестве сделать? Сделал снимок. И еще давай. Хопа. Все, уходим. Выпекаем, выпекаем, выпекаем. Посмотреть девушку. Ой, а так можно было, да? Бля, ты совсем... Наша цель. Что с ней? Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. А, выглядит она еще дерьмо. Тело тут, Ти. Она лежит в ванне, еще с одним телом. Их кинули к куски мяса. Соберись, Ви. Если ее спасут, она ничего не вспомнит. Будет маленький шрам в подсознании, и все. Подсознание? Я слышал, те, кто такое пережил, страдают от приступов паники, хотя не знают почему. Пьешь такую холодную воду и раз, руки начинают трястись. Охренеть. Ви, подключись к биомону, проверим, что с ней. Охренеть. Подключаюсь. Они еще бошку чистят. Чокнуться. Так, панель биомонитора, медтех. Сандра Дорсет, NS570442, платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Что? Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, дебаг! Это тебе не вип-клиника! Тут ванны со льдом и крюки с топорами! Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Щепки? А это безопасно, Ти? А это безопасно? Может, просто ее вынести? Она еле жива, ты хочешь ее угробить? Если есть внутреннее кровотечение или что-то еще, монитор это отловит. Вытаскивай щепку. Да, есть чип. Сейчас. Давай. Выберу. Флешечку достаем. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Хороший тариф. Попроси-то. Вынимай ее из этой херни. Так, прикрой меня, Джеки, там, наверное, жопа Джеки, какая. Ты это, стой на стрёме. Мало ли кто завалится. Всегда готов, Ви. У Джеки в руках пистолета нет. В смысле готов, ты без пистольеров стоишь, ё-моё, чокнутый-то мой. Блять. Тяжеленькая! Не роняй! Ви, что у вас там? Не молчи! Только этого не хватало! Джеки, инжектор! Быстро! Лови, сэр! Ну, вроде... Вроде помогло. Мне нравится, знаешь, вроде. Вроде помогло. Вроде все хорошо, да. Вроде помогло, да. Пролаг был небольшой почему-то. Там точно никого больше нет, Джеки? Побежали с корабля. Наверное, засали связываться с травмой. Естественно. А что за травма? Больничка, что ли? А что с ней... Давай, выноси ее на балкон. Да на балконе уже, а чё, это же просто больничка. Чё они сделают-то? Не, это не просто больничка. Это что-то вообще какие-то лютые чуваки из Call of Duty. Посадку на землю! Давай. Все, кладу. Положить. Щёкнуться можно. Давай, скидывай. Руки, блядь! Как она? Ёб твою, что они сделали? ТТ-133 центру. Получили пациентку NS-5704. Меня шокером долбануло, что ли? Чё такие мобы жесткие? Я ж понимаю, высокие, но, блядь, не настолько же. Что-то я пятый элемент вспомнил. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Угу. Круто. Где бы руки помыть? А тебе-то от чего, Ти? До скорой встречи. А тебе-то, Ти, от чего руки мыть-то? Слушай, вообще не заморалась? Тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? Зачем? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Да бери, конечно, Джек. Только сильно не привыкай. Ты прямо мой спаситель, Ви.
Что, может подбросить тебя домой? На моей же тачке. Подбросить меня же домой. Ты красавец, блядь. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Т. Зажимать надо, я понял. Вакако Акадо. Ви, как все прошло? Здрасте. Клиентка жива-здорова. Да-да-да. Ну, относительно. Относительно. Ой. Мы передали ее травме. Они поставят ее на ноги. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, да. Забирай, когда захочешь. Я прямо сейчас приеду. Бабло но, надо. Кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Не-не-не, бабло надо. Правда, Уотсон оцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется. Хочу поторопиться, да. Спасибо, Джеки, за инфу. Я к тебе скоро заеду. Джеки, мы к Вакаке едем. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Мано. Я поведу. Лежак чей-то. Ну, поведешь так поведешь. Надеюсь, не как в прошлый раз. Когда мы, блин, на этой красной тачке ехали. Фига там тачка внутри, ты смотри, а. Да это корабль какой-то. Убито, блядь, масло какое-то или что это? Как он аккуратненько едет, а? Как по рельсам. Репчина пошла какая-то. Как же круто в Найт-Сити, а? Ой, да, вообще супер. Город как город, только большой. Нет, Мана, это не обычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйланд, Адам Смашер. Тут рождаются легенды. Фейби. Не знаю, о ком ты, если честно, Джеки. Черт, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Да, давай пожрем, я только за. Джеки, Уотсон блокирует. Вам приятно аппетит, если кушаете. А, точно, блин. Мне кажется, или... Что такое? А, так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Где? Тингадови. Блядь, это уже не на хвосте. Это совсем не нравится. Да твою мать! И хостапута! Дави на газ, Джеки! Фига себе, я чёткий. Не могу, веди нормально! Я их так быстро снял. Держись! Какого хера? Нормально все! Мерда, пардон! Попались, мрази! На-на-на! Блин, стреляй, перезаряжайся быстрее, патронов мало! Не знаю, это был я или был скрипт. Но Джеки у нас получил. Попортил я ведь твои малышки. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. А сколько здесь такой нелицензированной музыки, а? Но я вообще другое слушаю. Что-то как-то ты медленно едешь. Опа, на... Полицейский, что это? Кордон? Как это правильно назвать-то? Ни хера там штука. Это что такое? Робот Милитеха? Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам! Какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Счастье максимальное. Серьезно? А что во мне такого особенного? Здоровый блеск лица. Сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей. Блин, девушке. Она бедная под дождем стоит. Да ладно, своей девушке. Ну да. Она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Не идеальный гражданин, чисто.
весь в наколках, короче, весь забитый, перебитый, пусть на лице едут. Непонятно что, больше цацы, не цацы, пропустим. Кольца, не кольца, пальцы, не пальцы, ладно, стволы, поезжай. Не стволы. И еще огромные детины. Спасибо, хорошего вам вечера, мадам. Всего наилучшего, всего доброго, хорошего дня, не мокните, шапочку оденьте. А ты умеешь быть вежливым, когда захочешь? Когда это я был невежлив? Всегда? Я всегда очень вежлив. Какая тачка желтая, ты смотри, Джеки. Такую хочу. Это как маслкар, только из 77-го года. Джеки, нам еще долго ехать, а? Это что такое? Ой-ой-ой-ой-ой! Ты глянь, Ви. Тут все серьезно. Стреляй давай! Это кто? Как-то не похоже на обычную облаву. Он так с руки стреляет, как железный человек? Группы. Это Макс Так, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только, когда ситуация выходит из-под контроля. Охренеть. Хотя вот эти мужики им так, на один зуб. Все, спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. Охренеть. Едем, едем, едем. Джеки, давай. Охренеть, он больше Джеки. Если машина идет в другой и не происходит ничего важного, вы можете перемотать. Да я хоть запомню дорогу. Музон послушаем. Лицензионная музыка там включена. А, ну и песенка отлично. Закончилась. Скоро будем у тебя. Фига, а как же ты? Подсчитали. Сейчас уже, наверное, в Хейвуд не проехать. Спокойно, Ви, меня пропустят. Как? Ты прямо уверен? Ты только что к девушке поехал. Я снова буду очень вежлив. Тебя ж запомнили, дурень. Такого второго, блин, красавца не бывает, Джеки. Ну реально, вы его увидели. Таких крутилочек, кнопочек, все так понажимать хочется, сил нет. Торпеда, конечно, вообще мощная. Ладно, увидимся. Давай, Джеки. Передай привет Мисти. Передам. Hi, Luik. И на моей тачке еще была. Ой, на моей тачиле еще поехал. Новый уровень, одно очко характеристик. Так, одно очко способностей. Так, давай посмотрим. Так, доступны очки характеристик. Это получается, я могу сюда закидывать, да? Зажать купить. Теперь я знаю, как это работает, спасибо. О, это ж тут читать-то теперь надо, подожди. Сила, атлетика. Ё-моё, чё вот это такое? Запас здоровья увеличивается на 15%. 12. 12. Пассивная. Вас нельзя сбить с ног. 20. Ё-моё. Ё-моё, ребята. Грузоподъемность. Здоровье бедно восстанавливается в бою. Запас выносливости увеличивается. Урон падения уменьшается. Уничтожение это что? Дача при стрельбе из дробовиков и ручных пулеметов уменьшается. Дробовики, ручные пулеметы. Это вот то, что ты, наверное, взял. Уличный бой это что? Урон сильной атаки ударным оружием увеличивается. Ой, блин, ой. Ударное оружие, это, наверное, кулаки. Атаки ударным оружием могут глушить врагов. Ё-моё. Ё-моё. Подожди. Винтовки. Это снайперки. Что это? При стрельбе из винтовок и пистолетов пулеметов увеличивается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А короткоствол это что? Это пистолет, что ли? Урон при стрельбе из пистолетов и револьверов по врагам. То есть отдельно под... Пистолеты, пулеметы и винтовки. А снайперки тогда где? Штурмовые винтовки, пистолеты, пулеметы. Ой, бля. Клинки еще. Сильные атаки клинковым оружием носят на 10% больше урона. Ребята, читать я это буду. Ой, как много времени. Урон клинкового оружия увеличится на 1% за каждый 1% потерянного здоровья. Ой, бля. А интеллект что здесь? Взлом протокола. Массовая уязвимость, которая понижает физическое сопротивление всех врагов в локальной сети. А, вот это понятно. Это, короче, через таб и быстрый взлом. Да, вот это мы точно будем качать и то, и другое. Вот это точно будем качать. А хладнокровие это что? А чё так много? Урон попадания в голову в небо увеличивается на 10%.
В начале боя вероятность критического попадания повышается на 10%. Сколько здесь всего вообще это? Отравленные враги не могут ускоряться. Какое еще отравление? Все ножи отравляют врагов. Да вы что, серьезно? Все отравленные враги получают на 20% больше урона. Вы получаете 50% больше урона в течение 10 секунд. Ой, невозмутимость-то что? Обезвреживание врага вызывает невозмутимость на 7 секунд. Повышает скорость передвижения на 2%. Суммируется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а техника? Создание, кстати, это, наверное, важно. Вы можете создавать редкие предметы. Вы получаете больше компонентов, когда разбираете предметы. Вот это, походу, мы с вами будем качать. И инженерное дело, что это? Модификацию для оружия с вероятностью. Ага. Ага, а я ничего пока качать не буду, ребят. Это жесть. Это жесткач вообще. Это просто жесткач. Это тотальная жесть. Это сколько здесь всего? На квартиры. Добрый. Да. Тибак. Забыла сказать. У знакомого нетранера для тебя кое-что есть. Что? Пересылаю контакты. Задание от Тибак. Тибак дала вам поручение, которое следует... Далять! И где оно? Основные задания, второстепенные задания. Уровень угрозы еще. Ё-моё, цифровой бонус. Это получается? По-моему, Тибак последний человек, от которого можно ждать подарков. Она не из тех, кто покупает всем кружки со смешными надписями и футболки с героями комиксов. А как уж нетранерскую программу для работы тебе, блин, кажется, ты ей нравишься, брат. Забрать у нетранера скрипт-запрос. А здесь что еще? Подожди. Добро вознаграждается. Подождать, пока снимут оцепление. А, это забрать, короче, награду. Так, я понял. И завершенный список. Капец, капец, кстати, это тоже скрипт. Ничего не знаю. А я не могу... Эй, а почему я не могу в фоторежим в лифте зайти? А так могу, так красиво стою, но уже ладно. Привет, пацаны, что делаете? Кофеек? Телеграммы? Не приставай. Я не пристаю, ковбой. Но проблема. Помочь? Да блин, опять ворота заело. Вам помочь, дорогие? Мы уже два раза за ремонт платили. По-моему, нас наебывают. Да не. Надо будет сказать пару слов начальнику. Да я помог. Вам помочь? Нет? Ну ладно. Вернуться домой. А что тут еще есть? Подожди. Это что с тобой, дорогая? Споткнулась? Она так смотрит на меня, мне же страшно становится. Что тут еще есть? Чё-то как-то я думал, он купил квартиру в более представительном месте. Тут прям какое-то... Ну не то, что мусорка, здесь просто стрёмно. Ты кто такой? Ну тут реально стрёмненько, ребят. И запашок, и кепка Арасаки с камерой. Ячейка модификации одежды. Получается, сразу отделаю её. Слушай, ну я не лучше выгляжу. Я не лучше выгляжу. Чё тут вообще происходит? И тупичок, да? Ничего больше не валяется интересного? Я, блин, всю игру так осматривать буду, ребят, привыкайте. Все, у нас очень такое вдумчивое прохождение будет. А не то, что пошел сюда, взял топовую пушку и так далее. Пошел всех рашить на имбо-билде. Это неинтересно мне. Мне интересно именно самому и так далее. Так что, ребят, пожалуйста, не подсказывайте, где что валяется, где что лежит. Именно вот как соберу, как сделаю, так и получится. Как по мне, это более интересно. Лечь спать? А, слушай, а тут так нормально. Последняя игра спасателя, задание обновлено. Понятно, лечь спать. Что это? Кожаные ботинки с композитными вставками, термическое сопротивление. Это что такое? Что такое? Что это такое? Что это за сет такой? Что это такое? А почему у меня все это есть? А почему у меня все это есть? Подожди. Не понимаю. Откуда у меня это все нахрен? Тут еще с модификациями всякими, ну ты сык, как красота-то, а, берем. А че мы сразу так не оделись-то, ё-моё? Давай кипарик оденем нормальный, так, секундочку. Уменьшает уменьшение длительного урона. Кипарик есть, так, погнали, вот. Ага, хорошо. Так, сюда, лицо, тут ни хрена нет. Так, давай сюда, маечка там, что там было?
Уменьшение урона от взрывов на 5. Ячейка модификации. Слышь, уменьшение урона от взрывов давай, потому что, ну, блядь, мы в разные ситуации попадать были, наверное. Штанцы. Шорты, серьезно? Шорты. Ё-моё, ну и прикид у парня. Так, и буты. Термическое сопротивление, химическое, электрическое. Ну, конечно, да. Так, одели. А, тут еще что-то валяется. Так, ячейка модификации здесь и ячейка модификации здесь. Они одинаковые, что ли? 5 и 9? Ну, не знаю, слушай, может, а вот так? Ой, ебать! Чисто алкаш местный, блядь, какой-то. Это тактическая разгрузка, блядь. Это что такое, нахрен? Парень, ты, блядь, что носишь-то? Кстати, как разобрать? Угу. Разобрал. А, не, вот давай-ка сопротивление лучше. Вот сопротивление одену, а это разберу. Разобрал. Так, я что-то там получаю. Обычные компоненты, необычные компоненты. Ясно. Ясно. Значит, все разбираем. Разбираем, чтобы потом не мучиться с этим. Так, здесь мы тоже, получается, с вами разбираем. Это на мне, да? А, вот, тоже, смотри. На резисты повышенные. Майка на резисты, господи, что только не придумают. Разбираем. Так, штанцы тоже. Разбираем. Тут то же самое, все разбираем. И тут буты. Разбираем. Готово. Так, у нас еще пушки были. Смотрим, что у нас там за пушки. Слушай, вот это, наверное, возьмем на всякий случай, пусть будет. А вот эти разберем. Они же все хуже, чем тот, который у меня сейчас ствол. Да, они все хуже. Разбираем. О, как хорошо, смотри, а. Так, это есть. Господи, это выглядит максимально стрёмно и как-то, ну, не знаю, даже... Видок такой чисто, блядь, додика. Ладно. Так, параметры, киберимплант и рюкзак. Кибердека. Быстрый доступ. А что? Киберимпланты. Операционная система? Ага. Так, подожди, и модификации, которые тут стоят. Ой, как сложно. Так, киберимпланты. Лобная доля, оптическая система, кровеносная, иммунная, нервная, кожа, скелет, ладони, руки, ноги, жопа! Ну реально, что так много-то? И рюкзак. Вот у нас получается 19 из 200. У нас уже есть компоненты различные, компоненты скриптов. Господи, ребята, мы здесь на очень долго. Кайфовать я буду. Так, открыть тайник с оружием дополнительно. Ваш тайник — это защищенное хранилище, которое доступно во всех ваших убежищах и транспортных средствах. Если вы положите вещь в багажник своего автомобиля, то сможете достать ее из тайника в своей квартире. Опа. Ага, я понял. Блин. То есть... Ну, я понял. Опа. А это что такое? Черный единорог. А после 5-го улучшения премиум становится эпическим, а после 12-го легендарным. Текущее количество улучшения 0. Клинковое. Что это? Это редкое что-то. А почему это откуда у меня тут? Куртка, школа волка? Что, блядь? Школа волка? После 5 улучшений премиум также становится... Ага, я понял, подожди. Футболка, школа волка? Что? А футболка Galaxy, так. Старая камуфляжная... Ой, жилет V без нашивки. Так, старая майка V. Это мои старые штаны, а вот это типа на какого-то хрена я получил. Не, мы это брать не будем, так будет неинтересно. Так, что тут еще? Спать? Да подожди ты со спать, я хоть посмотрю, что здесь происходит. Что здесь? Свежие брейк-дансы? Прочитать. Привет, фанаты брейнданса. Соскучились по новым впечатлениям? В нашей подборке, как всегда, только самое свежее и интересное. Инородное тело. Тело — это все, что у вас есть. Это единственное, что вы можете назвать своим. Это не только вы сами, но и инструмент, который помогает вашему разуму взаимодействовать с миром. Но что, если этот инструмент начнет жить своей жизнью? Что, если он решит вас убить? Новый брейнданс-триллер с Люком Полером не блещет оригинальностью, но все равно заслуживает просмотра. Люди начали бояться, что их импланты выйдут из-под контроля еще во время... На пиратов и деревянных протезов, и даже если я немного преувеличиваю, эту тему можно сложно назвать новой. Однако создатель народного тела... Короче, это реклама какого-то фильма, блядь. Большевик. Понижает скорость передвижения, понижает точность прицеливания. А нахрена он мне нужен? Что-то может было нажать. Насрать.
Так, спать не лягу, нет, спать рано. 12. Торжество формы. Нужно подправить тело, подойти к зеркалу у себя дома или в любой другое укрытие и выберите вариант изменить внешность. Если любимые шмотки, создайте комплект одежды в своем гардеробе, чтобы иметь внешний вид, когда хочется. Я понял. Китти! Отойти от зеркала и изменить выражение лица. Отойди от зеркала. Все, хватит на себя смотреть. Чувак в майке серьезный такой, блядь. Так, что у нас тут? Вызывает эффект оленя жажды, который увеличит запас выносливости. Пусть будет. А, похрен. Что у нас здесь? Прежде чем спать, нужно почту проверить. Сообщение, вот, смотрим. Медицинский что-то там. Внимание, медицинский мега-розыгрыш. При покупке 2 билетов дарим 3-й бесплатно. Количество призов ограничено, если твои соседи уже участвуют. Участвует ты. Не покупай на ноге для увеличения... Подожди, это, наверное, что-то забавное. Не переходите по ссылке с рекламой на ногеле для увеличения. Это мошенники. Обычно гелю не под силу вызвать рост новых клеток. Единственный проверенный способ увеличения остаются гормональные препараты. Господи. Наши ученые разработали комплекс препаратов, которые сделают ваш намного длиннее и толще всего. Совсем не осуждаю. Присоединяйтесь к довольно... Моим покупателям закажите набор уже сегодня, блядь. Зафиксированная атака. Внимание, обнаружено вредоносное программное обеспечение. Ваш компьютер был атакован демоном 3 раза. Наша система зафиксировала 2 попытки завладеть вашими персональными данными. Одна попытка повредить ваш нейропроцессор. Требуется немедленное действие. Наша программа нейтрализует любые угрозы, связанные с хищением персональных данных и взломом имплантов. Помните, внедрившись в вашу нервную систему, злоумышленники могут заставить вас совершить незаконные банковские переводы, вооруженные нападения, кражи или грабежи и самоубийство. А это как так, блядь? Телефонное мошенничество выходит, блядь, на новый уровень. Чтобы защитить себя от демонов, нажмите кнопку «Сканировать». Наш универсальный антидемон мгновенно нейтрализует все угрозы. Если вы не запустите сканер в течение 5 минут 17 секунд, ваша операционная система может получить неустранимые повреждения и защитить себя прямо сейчас. Да это наёбка же. Тернайт, самурай, мэр, мост, путеводитель. Да это же... Да вы чё, угораете? От Alert Bota. Кому зашифровано? Да ты чё, угораете? Да не, это хрень какая-то. Выходим. Никто... Ничего у меня не вырубится, отстаньте. Думают, нажму на ссылочку. Я не нажму на ссылочку. Я, блядь, прошарен. Так, спать ложимся, все, заваливаемся. Спать, время. Глазки закрывай, спатенький ложись, подушкой наложись. Все, закрывайся, все. Ложимся спать. На боку спишь, на спине надо. Я на спине просто сплю, стараюсь. Регулятор боли, чё там, господи, сколько там всего всякого. Джеки. Джеки звонит. Ты что, не спал? Спал? Даже если нет, пора вставать. Я, кажется, что-то подцепил, когда подключался к биомону корпоратки. Нейровирус, наверное. Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. Это вот... Одевайся и спускайся. Да, конечно, да. А это вот не та штука с компьютера, которая к нему, ко мне попала случайно, нет? Там было написано, если не нажму сканировать, то жопа. Вот жопа, кажись, пришла. Но в любом случае, друзья, я думаю, нам на этом стоит закончить, потому что как бы мы уже выходим за пределы 40 минут, там уже и час рядом, и все остальное. Так что... У меня на этом все. Всем спасибо за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, все это прекрасно. Ссылочка на плейлист по прохождению данной игры в описании подойдет. Ссылочка на плейлист по играм жанр, там, RPG или что-то еще тоже в описании. Ссылочка на один гигантский плейлист, где все игры, которые я проходил, прохожу и буду проходить, также в описании под видео. И прочие вкусные различные вкусняшки, социальные сети, помощь каналу и так далее, также в описании. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.